Здание центрального аппарата партии «Аманат» в столице украсил государственный флаг. В преддверии Дня Республики более 10 тысяч флагов установят на зданиях и повесят на городских улицах по всей стране. Акцию «Менін елім, менін том» проводит молодежное крыло «Жастар рухы». Она проходит уже третий год. Принять участие в ней могут не только активисты партии, но и все желающие. Главной целью данной акции является развитие чувства патриотизма среди молодежи, среди граждан нашей страны. Так как, когда мы смотрим на наш государственный флаг, у нас всегда гордость. Когда он поднимается на пьедесталах во время Олимпиады, у нас всегда это чувство гордости. И хочется, чтобы наш народ всегда смотрел на флаг и чувствовал только гордость за нашу независимость, за нашу страну.